у этого Николая четверка гуляет. Это значит, что это значит? Нет. Значит, это нехорошая монета ростовская. Остальные все нормальные. А четверка гуляет в году. Год, да? На гурте, да. Так не должно быть. Должен быть четко посередине и все. То есть получается, это все-таки подделка. Здесь все простенько, ничего такого здесь нету. Мне это не нужно. Могу рассказать, что интересно, спрашивайте. Ясно. Цена? Вы хотите, могу сказать, сколько стоит примерно? Ну, скажите хотя бы, да. Ну, вот это я не буду считать. Это копия, как продают, если так тоже все равно посчитать. 1060, наверное, здесь есть. А такие берете ювелирки, надо смотреть гурт. Тоже быть четко посередине. Ну, это копия, это не китайская, это в смысле серебро, все четко, это ростовское. Больше чем уверен, что 90% его сидят вкусно, причем. Ну, не советую. Насчет такой монетки. Вот такой монетки. Давай будут смотреть. Не люблю я вот это вот. Что эти слабые, что вот это вот. Для сохранности, да, но гурт согласен. Вот это не